Молодежь Щелковского района также не остается в стороне. Активно включились в работу с распространением наркотических веществ представители Щелковского клуба «Ровесник» и местного отделения общественной организации «Молодая гвардия» «Единой России». При поддержке отдела территориальной безопасности администрации Щелковского района был организован рейд по незаконной рекламе наркотиков. Надписи с телефонными номерами, рекламирующие наркотические смеси, регулярно появляются в городе. Работа по их устранению ведется на постоянной основе. Однако обнаружить и закрасить произведения неизвестных вандалов не всегда получается моментально. Так, помощь молодежных организаций пришлась весьма кстати. Мы вам очень благодарны, что вы выходите в этот рейд. Благодарны за то, что вы закрасите все надписи в Щелковском муниципальном районе, а скорее всего в городском поселении Щелково, да? И мы за это вам будем благодарны. Уверен, что тем самым вы внесете вклад в антинаркотическую борьбу. Все эти надписи, которые были нанесены на фасадах домов, на заборах и в потаенных местах, должны быть закрашены. Вот поэтому неравнодушно молодежь пришла от молодежного резерва партии «Единая Россия» и сегодня эту работу проведет. Чаще всего такие надписи появляются в местах массового скопления людей. Так, в рамках рейда молодежь избавилась от незаконной рекламы вблизи железнодорожной станции «Щелково». Всего закрашено было более 10 надписей. Отделом территориальной безопасности совместно с Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью постоянно проводится работа по устранению незаконной рекламы. То есть спайсов на фасадах, заборах, каких-то участках станций железнодорожных. Наша молодежь не могла остаться в стороне от этой проблемы. Наши подростки ходят по городу, видят, наблюдают эти надписи. И сегодня мы решили помочь и выйти, закрасить эти надписи. Я уверен, что совместными усилиями нам удастся побороть это зло. Мы против наркотиков и хотим, чтобы у нас была здоровая молодежь.